Киев, Подол. 5 июля 2021 года, идет дождик, плачет о годовщине дяди Вовы. Вот его ива, его священное дерево. Год назад дядя Вова не проснулся. Сегодня здесь никого нету. Я думал, что врут его друзья, я буду поминать его. Как Цоя. Это его любимое место. Он сюда приходил сюда каждую субботу. Шаббат шалом, как он говорил. Встречаемся под ивой. Но сегодня тут никого нету. Годовщина его смерти. Я-то думал, что здесь будет собрание. Ну что ж. Вспомню, помяну и пойду. Дядя Вова учил. Учите иврит, читайте Тору и не пиздите лишнее. Ну, так как я не еврей, то я просто читаю всякие умные книжки, типа Кастанеды, духовные. Учу разные иностранные языки, но, правда, иврита пока не дошел, но сейчас думаю к французскому поступить. Восстановить попытки, так сказать, потому что появилась милая негритянка в моем кругу. И так и не пиздить лишнего. Так что, дядя Вова, и как хранитель твоего волшебного жезла, благодарностью вспоминаю тебя. Благодарностью и печаль. Спи спокойно, дядя Вова. Твой дух тут под ивой. Я с тобой тут разговариваю иногда.